дорогие подписчицы! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот замечательная новинка от Yarmart, называется Flower. И в принципе понятно почему. Очень красивые такие букетики. Смотрится очень интересно. Это пряжа секционного крошения, батик. Переходы идут плавные, как у кауни. То есть это такой вот летний вариант. Пряжа состоит на 55% из хлопка и 45% из полиакрила. В одном моточке 250 грамм, 1000 метров. Вот такие вот большие моточки. В принципе, одного такого моточка хватает на плотный топ или тунику. Из двух вполне можно связать даже длинное платье. Особенно если вы будете делать его ажурным. Цветовая гамма здесь абсолютно разнообразная. Есть как сочетание темных и светлых цветов, так и полностью вот такие вот цветные моточки. Здесь подобрать можно на любой вкус. Вязать из нее довольно просто. Можно это делать крючком, спицами, как вам нравится, как вам удобно. Пряжа тоненькая, приятная на ощупь. Она очень мягкая, не топорщится, не забивается. Видите, ровно ложится.